Ciao, buongiorno, come sempre. Alonna Camilla e Fitness Forza Palermo. Разминаем шейку. Сейчас я хочу впервые показать ту гимнастику, которую я разрабатывала. И подсказка мне была от ученого японского Ниши. Это для позвоночника. Его основная идея, что все заболевания идут, конечно, в основном от позвоночника. То есть, если возникло какое-то либо заболевание органа, сразу идите к мануальному терапевту. Это его идея, я это пробую. Это простые упражнения. Ну, я за то, чтобы это было просто, эффективно и в домашних условиях, где это было бы для здоровья. Первое упражнение прима и серчице, тре и серчице, тре и серчице, мультисимо импортанте. Семплечи, анки, мультисимо импортанте. Так, холодно, Фредо, Акаса. И Коста, снимаю. И с вами приступаем. Первое упражнение, легли. Легли, ручки, да, и вот такие движения. Обратите внимание, ножки, пальчики на себя. Вот, легли, опс, буду делать так. Опс, и раз, два. Где чего это? Uno, due, tre, quattro. Cinque, questo piede, visto? Cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, да? И вот такие вот движения подтягивающие. Понятно? Вот как бы ручка и раз, два, да? Также можно сделать вверх. Раз, два, три. Четыре. Идите вверх. Берете ручку и тянете. Отлично. Тянете. Это прима и серчице. Секунда и серчице. Сикьяма пэша. Второе упражнение называется рыбка. Ножки ходят, видите, вперед-назад. Вперед-назад. Берете ручки, да, и ложите ручки, вот, вот так вот, да, пальчиком, ложите назад, вот на этот позвоночник, вот он, видно? Видно? Вот таким вот образом, ручки, ложитесь, опс, ложитесь, и ножки, раз, два, и голова, раз, два, раз, два. Una minuta, 120 volte. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Uno, due. Sì, altra posizione. E questo molto brava esercizio per tutto. Per schiena meravigliosa. E questo secondo esercizio, guarda me, questo, sì, qua, e раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Poi Facebook e mandi questo esercizio e provare a casa solo. Позже я выставлю эти упражнения у себя на страничке в Фейсбуке, подпишу название. Та девушка, которая демонстрирует эти упражнения, они мне очень нравятся.
Вы попробуйте, обучитесь. Плюс есть несколько написанных книг, которые я также потихонечку изучаю. Еще раз показываю это упражнение. Ножки на себя. Дестра, синистра. Дестра, синистра. И вот такое вот движение. Это как хвостик рыбки. Да? Соответственно, ложитесь. Ручки назад. Легли, опс, да, и голова, раз, два, три, четыре, пять, шесть, четверо в эти вольты, семь, восемь, девять, десять. Эквесто эксерчиция пер схена. Это упражнение для позвоночника, и также это упражнение очень хорошо для парсхена, парскелета. Также очень хорошо укладывают все органы. Квесту панча, че фегата, панча, си тутто че, си тутто суе посто, тутси ищут свое место. Третье упражнение, его можно назвать паучок, как раз таки ложитесь, опс, ножки, ручки, да, и сопра. Uno, due, и press, tre, quattro, cinque, sei, 120 вольта. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Si, и presto. Тун-тун-тун. Perfetto. Отлично. Великолепно. Можете сделать такую трясочку. Я его назвала паучок. Можно сделать круговые движения в одну сторону, в другую. И пальчиками подвигать. Отлично. И в другую сторону. Отлично. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Другой раз. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Трясочка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И uno, due, tre, quattro, cinque. И cambio. Uno, due, tre, quattro, cinque. Мольте сэндвичи. Так. И приступаем. Вот это три подготовительных упражнения. И сейчас приступаю к основным. Ножки соединили. Да? Ручки соединили. Легли. Опс. Легли. Вот оно. Опс. Так. Я потом наловчусь как-нибудь на экране. Ну, пока я первый раз демонстрирую, вот видите расположение, да, легли, два, вот оно, вот такое положение, и полежали 30 секунд. Uno, due, tre, quattro, cinque, relax, sei, sette, otto, nove, dieci. Si guarda questo, e solo uno forte, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Adesso questo, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, e uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Altre esercizio, uno, perfetto, due, tre, quattro, cinque, sei,
7, 8, 9 e 10. Perfetto. Poi questo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E poi questo. 1, perfetto. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E sopra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfetto. Poi altre esercizie. Altre esercizie, questo. E раз, два. Uno, brava. Due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. E altre esercizie. Scusa. Questo. Questo. E раз, два. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Ripassare. Ripassare. Relax. E questo esercizio per schiena. Ancora. E questo uno. Questo uno. Sopra. 10 volte. Sotto. 10 volte. Questo sopra. Sotto. 10 volte. Sì. E poi. Solo avanti. Poi uno, due, uno, due, хорошо? E poi tutto insieme, uno, due, tre, quattro, cinque, отлично, e ripassare. Questo molto bravo esercizio. Отлично. Класс. Это мы сделали первая часть. Первая часть. Вторая часть. Берем. Садимся на вот эти вот штучки. Да? И садимся. Подкладываем. Опс. Сели. Вот она. Да. Покажу еще раз получше. Вот она. Сели. Уселись. Отлично. Сели. Оп. Так, чтобы было комодно. Угу. Я села. И прямо показываю. Оп. Так, раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ручки вперед. И guardare indietro schiena 1, schiena dritta 2, bellissima schiena. Avanti 1, 2, 3, 4. Sì, è meravigliosa. Guarda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вперед ручки и как будто смотрим на свой позвоночник. Guarda sua schiena. È meravigliosa schiena, è bellissima schiena, sono snello, sì, è questo, e ancora, uno, due, tre, quattro, cinque, отлично, это первое упражнение, также продолжаем сидеть, я думаю, что это комфортное положение,
можете, ну такое не очень. Нужно немножко, конечно, раздвинуть ножки и сесть комфортно. Так, хорошо, отлично. Следующее упражнение. Схена. 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 Отлично. А раз, как будто позвоночником. Позвоночник. Отлично. Раз. Раз. И вот не плечами, а позвоночником. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Выдвинули, посмотрели на свой позвоночник. Отлично. Хорошо. Отдохнули. Отдохнули. Рипасары. И анкора. Си, помогайся. Соло аванси теста. Уно, два, три. Угу. Хорошо. Потрясли головкой и проверили позвоночник. Хорошо. Следующее. Потрясли в правую сторону. Раз, два, три, четыре, десять раз. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Анкора. Гвардар. Уно, дуа. Уно, дуа. И сопро. Уно, дуа. Уно, дуа. Отлично. Правую сторону. Раз, два, три, четыре, пять. Шесть, семь, восемь, девять, десять. Отлично. И проверили. Уно, два. Уно, два. Отлично. И назад. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И проверили позвоночник. Раз, два. Раз, два. Вверх подняли. Раз. Два. Раз. Два. Так. И смотрите. Раз. Такие вот половиночки. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. И опять же проверили. Уно. Дуа. Уно. Дуа. И в другую сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Отлично. Ручки вперед. Посмотрели на позвоночник, какой он красивый и ровный. Красивый, ровный. Красивый, ровный. Следующее упражнение. Ой, у меня же тоже затекли ножки. И поэтому я вот немножко вот так вот сяду, да? Следующее упражнение. Вот. Раз. Два. Вот. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Анкора. Уно. Сопра. Дуэ. Тре. Кватро. Чинко. Сей. Сетте. Отто. Новое. Дети. И вот в таком мы можем как бы сзади волосы. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Отлично. И как всегда проверяем свой позвоночник. Красивый, 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 красивый. Отлично. И самое одно из главных упражнений позвоночника. Смотрите, сели. И как будто вот волосики. Раз. Так вот как бы. Оп. Оп. Раз. Немножко вперед сделать. Раз. Два. Вот это вот упражнение. Очень хорошо. Оно должно быть приятным. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь,
8, 9, 10. Отлично. Раз. Вот это вот такое вот шатание. Отлично. Раз, два, вот оно. Найдите вот это вот такое как бы маятник. Может быть, как вот сзади болтаете волосики. Отлично. И одну минутку, а лучше всего 5. Вот такое положение. Оп. Оно ничего не должно напрягать, не должно быть болевых отношений. Ощущение просто приятно. Все расслаблено. Отлично. Хорошо. Сделали. Да, и еще раз я покажу и еще раз напомню. Значит, садитесь вот в это прекрасное положение и просто вот, вот эти вот штучки, на них просто садитесь, ну, как дети садятся, да? Смотрите, как вам удобно. Просто сели вот в такое положение. Можете начинать по 3 раза, добавлять по 2. Доводите до 10 раз. Первое упражнение – это головка вперед, да? И потом ручки вытягиваете и проверяете свой позвоночник. Потом вверх поднимаете и смотрите, и даже визуализируйте, какой ваш красивый позвоночник. Потом вправо просто так вот наклоняете головки, головку, да? Можете 10 раз, опять же, проверили свой позвоночник. И ручки подняли, проверили свой позвоночник. И потом влево. Опять же, понаклоняли головку. И опять же, ручки вперед. И проверяете свой позвоночник, ручки. Оп. Это очень хорошее. Его, этот комплекс обязательно необходимо внести каждый день делать. Причем это можно сделать даже в постели. Потом вперед. Вперед. Ну, желательно, конечно, ты, у меня уже ножки устали. Вот, вот такое вот положение. Вперед. Угу. И опять же ручки протянули и посмотрели на свой ровный, красивый позвоночник. Так. Потом назад. Угу. И опять же ручки вперед. Посмотрели на свой красивый, ровный позвоночник. Потом, смотрите, раз. Полукруг, два. Вот такие вот полукруги. Опять же, можно доводить от 3 раз до 10. Да? Так вот быстро. Раз, два, три, 4, 5. Да? И опять же проверили свой позвоночник. Я эту гимнастику буду часто показывать, поэтому выучим вместе с вами. Опять же, раз, два, три. Видите, все шейные позвонки. И опять же посмотрели на свой позвоночник сзади. Так, опять ножки мои устали. Видите, я сама эту гимнастику делала 15 дней, изучала, чтобы технику правильно показывать. Потому что, ну, у меня есть болевые ощущения в спине. Я думаю, что практически у большинства людей есть проблемы в позвоночнике. Поэтому важно делать эти простейшие упражнения. И потом вот от плеча до плеча, вот так вот, раз, два, три, вот такие вот сделали, как бы оп-оп-оп-оп, и опять же посмотрели назад, смотрели назад, отлично. И, а, потом вот, вот это вот упражнение, раз, вот, раз, два, три, вверх, и медленно. Вверх, медленно. Отлично. Вот это вот упражнение очень хорошее. Сделали 10 или 20 раз. Да? И опять же посмотри. Ручки вперед вытянули. Вперед, назад. Вперед, назад. Вперед, назад. Вперед, назад. Хорошо. И главное упражнение, его нужно делать где-то 5 минут. Да? То есть садитесь. Вот. Да. И получается как бы вот такая вот трясочка. Трясочка. Вот. Нужно найти такой вот приятный. Вот.
5 минут, но тем не менее я выставлю видео, и вы еще сами дополнительно для себя, ну, пока я еще не сняла, но я просто желаю каждому богатой, красивой и здоровой жизни. И с этих побуждений я узнаю что-то новенькое для себя и демонстрирую вам. На этом вторая часть закончена. Я потом разделю первая часть, вторая часть и растяжка. Ну, в данном случае мы просто сделаем такое простое упражнение. Раз. Оп. Хорошо. В данном случае я сделаю пока так, потому что не хочу делать большое видео. Оп. Хорошо. Немножко назад. Ладно, покажу одно упражнение. Ну, покажу. Ладно. Смотрите. Очень хорошее упражнение. Сели. Здесь есть вот бабочка. Бабочка. А я немножко вот назад пошли. Опс. Походили назад. Отлично. Вот для растяжечки я вот вам показала вот это вот. И близко, близко, близко подошли. Так. Сейчас покажу с этой стороны. Очень хорошее упражнение. Назад, 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 индетро, 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 индетро. Аванти, аванти, апьеди, аванти, 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 аванти. Да, очень хорошее тоже его к основным. Вот он положение. Индетро, назад, индетро, индетро, индетро. Индетро, индетро. Аванти, аванти, аванти. Вперед, вперед, пошагали вперед. Можем остановиться и сделать вот такую бабочку. Вот такую бабочку, да. Потом можете сложить ручка назад. Оп. Хорошо. Ладно, сделаем еще одно упражнение. Скрутка и все. Не всем это, конечно, можно, но мне это упражнение нравится. То есть сидим, легли. Так. Легли. Ножку можем вытянуть. Оп. И ручку. Опс. Вот. Но если немножко сложно, значит, раз. Растянулись. Наверное, вот так вот сделаем для начала. Плечики переживаем к полу. Отлично. И второе. Да. Угу. И еще раз. Можем лечь. Правильно лечь. И ручку. Хорошо. Опять же, легли. На этом все. Всем хорошего дня. 5 жемчужин сделаю на море сегодня. Ну, я вот уже готова. Вот в такой же буду одежде. С вами, как всегда, была Алена Камилова, фитнес Форса Палермо. И я рекомендую в образе жизни делать 3 гимнастики. На каждую гимнастику уходит всего лишь там 10, ну, максимум 15 минут. Почему я делаю? Потому что я немножко еще разъясняю. Когда я делаю самостоятельно, соответственно, у меня это быстро. Первая гимнастика – это гормональная. В постели можно туда добавлять свои любимые упражнения. Вторая гимнастика – 5 жемчужин. Это как раз таки гимнастика, вот мы же, знаете, как вот часто делаем сгибательные, разгибательные упражнения, да, они очень простые, но дают активности, и, ну, это необходимо делать. 5 жемчужин. И третья гимнастика, это для позвоночника. Значит, 3 гимнастики я рекомендую делать. То, что я не рекомендую, но можно делать, только без фанатизма.
Бегать я не очень рекомендую, потому что после 50 состав кости у всех уже немножко разный. И когда бегают люди уже в таком в красивом, мудром, зрелом возрасте, меня что-то вот прям колет, думаю, господи, ну зачем это? Особенно в жару. Но если очень хочется побегать, пробежитесь вдоль моря в комфортном, но при этом вы должны знать, в каком состоянии у вас находится скелет. Поэтому я все-таки больше рекомендую делать гормональную гимнастику, 5 жемчужин, гимнастику для позвоночника, ну и, конечно, своим телом укреплять мышцы, то, что я это демонстрирую, фитнес Форца Палермо. Чао! Алла просима!